Всем доброго вечера. Медитация на исцеление вегетососудистой дистонии головного мозга. Медитация исцеление вегетативной нервной системы. С помощью этой медитации вы сможете исцелиться. Все болезни исходят из определенных вибраций. И такой идеи, как болезнь, на самом деле не существует. То, что вы знаете, как разного рода названия болезней, является выдуманным. Организмом человека управляет вегетативная нервная система. Своей волей вы не можете повлиять на ее работу. Эта нервная система управляет дыханием, кровообращением, работой всех внутренних органов. Но вы можете перепрограммировать эту систему с помощью подключения к своему световому источнику. Что же происходит на самом деле? По своей природе вы продуманы и запрограммированы на здоровье, баланс, благость и равновесие. И если вы питаетесь и находитесь в контакте со своим источником, который течет через вас, пронизывая ваши клетки, вы находитесь в сбалансированном состоянии. В силу обстоятельств существуют еще горизонтальные волны, пронизывающие сознание людей. Эти волны имеют определенную информацию. Эта информация формируется в мысли. Мысли влияют на состояние тела и на всю вашу реальность. Вы не вырабатываете мысли. Вы являетесь приемниками мыслей. И если вы вылавливаете неосознанно мысли с горизонтального поля, они могут воздействовать на вашу реальность и здоровье. Так причиной многих ваших заболеваний являются просто негативные волны, пронизывающие ваш мозг. Эти волны нарушают работу вегетативной нервной системы, тем самым сбивая работу внутренних органов. Поэтому огромное количество поисков, лекарств, решений проблем кажется бесконечно. И вот сейчас, в этой медитации, вы наконец-то открываете дверь к исцелению. Вы наконец-то нашли то, что вы искали. Огромное количество попыток и страданий остановлено здесь и сейчас, в этой медитации, безвозвратно. Сколько бы времени вы ни потратили в прошлом на то, чтобы исцелиться, это больше не имеет никакого значения, потому что сейчас, прямо здесь, происходит квантовый переход в новые энергии. Я уже неоднократно вам говорила, что влияние вибраций голоса воздействует на сознание и мозг. Тем самым перепрограммируют всю вашу систему. Если вы хотите исцелиться, если вы хотите быть здоровыми, все, что от вас требуется, это принятие своего источника
и прослушивание голоса, не пытаясь анализировать и контролировать данный процесс. Все, что от вас требуется, это расслабление и принятие информации, как волнового потока энергии, спускающегося на вас из источника света. Организм так устроен, что мыслительный процесс будет всегда воздействовать на состояние вашего тела и реальность. Поэтому необходимо перезаписать подсознание, обновить ДНК и вегетативную нервную систему. Мы с вами сейчас будем делать удивительную медитацию, которая позволит совершить чудо в вашей реальности, в вашем теле и в вашей жизни. Чудо, которое не имеет описания, но которое имеет место ощущением счастья, свечением, радости и легкости бытия на этой планете, так как было задумано источником. Осознав всю важность данной информации, я приглашаю вас в удивительную медитацию безвозвратного, тотального исцеления. Примите удобное положение и закройте глаза. Вдыхайте приятный воздух. Представьте, что этот воздух похож на струящийся голубой свет, исходящий из небес. Представьте, что этот свет окутывает вас вокруг. Он повсюду. Вы делаете вдох и наполняетесь этим светом. Выдохом, этот свет, просачиваясь во все клетки вашего тела, расслабляет его, очищает и выводит все негативные энергии. Вдох. Выдох. Выдох. Дышите легко, глубоко. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом ваша грудная клетка освобождается. Приятная свежесть и обновление расслабляют ваше тело все глубже и глубже. А теперь перейдите в свой привычный ритм дыхания, чтобы ощущать себя комфортно. Почувствуйте свои ноги, расслабленные и теплые. Свой живот. Мягкий и расслабленный. Свой позвоночник целостный и расслабленный. Свои руки расслабленные и теплые.
свои плечи, легкие, расслабленные. Свое лицо и голову, и все тело целостно расслаблено, свободно и готово к обновлению. Возможно, слушая медитацию и пытаясь погрузиться в приятные ощущения, вы вдруг будете ощущать дискомфорт в каких-то частях тела. Не придавайте этому идее болезни. Все, чем это является, это всего лишь застрявшие энергии, которые мешают протекать потоку света в вашем теле. И единственный способ снять эти энергии – позволить себе расслаблять эти части тела, ощущая, как они растворяются, исчезают. Представьте, что в период всей медитации, когда у вас будет возникать дискомфортное ощущение, вы будете представлять область этого места и просто ощущать, как что-то ненужное словно отваливается и исчезает в пустоте безвозвратно. Так будет происходить замена ненужных структур и запуск новых программ. В вашей голове, в памяти, в клетках может храниться информация поколений о болезнях, об их названиях, о методах их лечения. Но сейчас, в это время, в этот удивительный квантовый переход, с помощью этой медитации, вы отпускаете прошлые программы. Вы позволяете потоку света создавать эволюцию в вашем теле во благо исцеления вас и всего человечества. Вы позволяете отключать эти ненужные программы, потому что в этом времени они больше не действительны. Страдания, боли, лекарства, болезни – все это всего лишь мысли, которые не имеют никакого отношения к новой реальности. Вас приветствует огромный поток света и невероятное количество светлых цивилизаций, которые пришли на эту планету, чтобы спасти ее и восстановить. К огромному счастью и благу всего человечества, вся планета окутана огромным количеством световых лучей. Куда бы вы ни отправились и что бы вы ни делали, в любой миг вы можете включиться в этот световой луч и оставаться в нем, ощущать поддержку, исцеление и баланс. Знайте, что вы не одни. Таких, как вы, миллионы. Не важно, что вы видите вокруг. Сейчас у вас есть знание. И это знание, что вы в потоке света. Ощутите свою голову. Представьте, как что-то приятное, уютное
и мягко спускается в макушку вашей головы. Вы чувствуете это как тепло и легкость, а возможно видите, как искрящийся белый свет. Этот свет, словно водопад, протекает по всему вашему телу, просачиваясь во все глубинки, во все точки, во все клетки. Прямо сейчас никаких мыслей, только ощущение. Вы не думаете, вы только чувствуете. Вы только чувствуете свой мозг, свое тело. И в вашей голове происходит огромное количество процессов. Вы их не контролируете. Вы чувствуете, возможно, дискомфорт, возможно, мурашки. Ощущения могут быть разного характера. Все, что вам нужно, это расслабиться и довериться. Потому что сейчас вас исцеляет удивительная сила вашего источника, света, из которого вы созданы. Любые ощущения будут плавно изменяться на комфортные и приятные. Итак, сканируем вашу голову. Затылок. Никаких мыслей, только ощущения. Любое дискомфортное ощущение выравнивается, заменяется новой частотой вибрации, облегчается. Каждая область нейронов, клеток обновляется и перезаписывается. Сияющий перламутр, искрящийся и чистый, рассыпается по всему затылку невероятно красивым свечением, вызывающим улыбку на вашем лице. Никаких мыслей. Только чувство, а может быть образ огромной красоты. Красоты перламутрового сияния. Затылок заливается этим сиянием. И вы чувствуете, как нервные клетки в момент полностью заменены. Сканируем следующий слой. Проходим ближе к шишковидной железе. Энергия проходит по сосудам, нейронам. Пронизывает костные ткани. Открепляются любые неприятные ощущения. Дискомфортные мысли отсутствуют, только ощущения. И снова поток сияющей, перламутровой, искрящейся субстанции заливает центр вашей головы и словно легкий фонтан рассеивается полностью по всему мозгу, растекается
полобной части, вливается в височные доли, вливается в виски, лобные доли, заливает лицо, проникает в глаза, уходит дискомфорт и напряжение. Вся сосудистая система в голове импульсом света перезаряжается, и волна искрящейся перламутровой субстанции запускает новый процесс обновления прямо здесь и сейчас. Удивительные ощущения. То, что происходит, не имеет никаких объяснений, кроме как блага вашего источника. Сделайте вдох и представьте, как со вдохом в вашу голову сверху просачивается огромное количество светящихся лучей. Ваша голова словно губка, пористая и мягкая, впитывает световые лучи. Вся голова начинает светиться, искриться, и возникает приятное ощущение. Никаких мыслей, только ощущений. Любые дискомфортные ощущения сразу же сменяются приятными ощущениями обновления. А ваша голова отныне наполнена светом и вибрирует на другой частоте. Теперь вы способны вертикально подключаться к своему источнику света. Тем самым горизонтальные волны низких вибраций и негативных мыслей больше не смогут воздействовать на ваш мозг, потому что частота вибраций вашего мозга будет не совпадать с частотой вибраций волн, которые будут пронизывать вас горизонтально. Память о том, что вы из света, и напоминание о себе каждый день на протяжении дня несколько раз о подключении к источнику света будет все больше и больше возвращать вас в вертикальный поток света, и вы будете автономно защищенным существом, благостно и счастливо функционирующим на этой планете под защитой своего светового источника. Что будет происходить с каждым человеком на этой планете? Человечество перейдет в новую эру света. Да будет так. А сейчас программа в вашей голове световых лучей запускает новые процессы в вашем теле. Представьте, как по затылку, вниз, через позвоночник начинает пускаться белый поток света, подобно вихрю. Он окручивает ваш позвонок, заворачивая петля за петлей весь ваш позвоночник. Воздушные петли сияющего белого света пронизывают весь ваш позвоночник и убирают любые негативные структуры, прикрепленные к вашему позвоночнику. Все начинает открепляться, потому что ваш мозг перепрограммирован на новую систему. У вас возникает невероятное облегчение. Вы чувствуете, что по позвонку начинает пробегать приятное тепло. Ощущение, словно свежая, горная чистая река наконец-то потекла по вашему позвоночнику ровной, красивой, струящейся волной. И от этого импульса клетка за клеткой все ваши нейроны от позвоночника до кончиков пальцев и ног начинают импульсно заряжаться белым светом.
и вы чувствуете огромный прилив приятной энергии, огромное количество сигналов, пронизывающих ваше тело. Вы чувствуете жизнь, вы начинаете вибрировать жизнью. Вы ощущаете, как ваше тело начинает дышать так, как никогда. Ощущение возвращения к жизни. Ощущение возвращения к жизни. Ваш организм запускает новый процесс. Вегетативная нервная система полностью перезаписывается. Сотни тысяч клеток погружаются в новое обновленное состояние. Ваше тело перезаписывается, ваша ДНК перепрограммируется, ваше сердце исцеляется, кровь начинает очищаться и пульсировать по-новому. Нервные клетки полностью восстанавливаются, и вам даже не нужно ничего ни анализировать, ни контролировать. Вы просто ощущаете благодарность и любовь исходящего на вас потока. Сделайте вдох и почувствуйте, как этот свет растекается по вашему телу все легче и легче. И все дискомфортные ощущения и препятствия исчезают из вашего тела. Болезни в прошлом. В теперешнем чистый свет, легко доступен и исцеляющий. Бесплатный, без напряжения, без усилий, без попыток. И все, что нужно. Любовь, обращение к источнику, погружение в расслабление и принятие. Принятие своей природы, источника света. Представьте, что все ваше тело – это губка, которая впитывает лучи искрящего белого света. Вы делаете вдох, и вы чувствуете, как вы вдыхаете лучи. Вы словно камень хрустальный, излучающий свет и принимающий свет. Вы невероятное чудо. Вы самоисцеление. Болезнь — это выдумка, это словно сказка в книжке. А вы здоровы. И сколько раз вы будете обращаться к источнику, тем больше вы будете ощущать полный баланс. Вы исцелены прямо здесь и сейчас. И для того, чтобы укреплять это состояние, вам нужно прослушивать эту медитацию регулярно каждый день. Погружаться в поток и помнить, что вы исходите из света. Во благо всего человечества, во обновление ДНК и вегетативной нервной системы, отныне вы подключены к источнику света и имеете полное право выбора соединяться со светом, излучать любовь, радость, благодарность и быть счастливым. Ибо на то вы пришли на эту планету, ибо на это вы имеете свое право, право быть счастливым и здоровым человеком. Это записано в вашей программе ДНК. Счастье, здоровье и изобилие. Да будет так, человек Земли. Исцелится все человечество и вся планета вместе с ним. Будьте счастливы.
Через 3 секунды сеанс закончится. Всего вам доброго.